Уважаемые друзья, здравствуйте! Мы с вами в городе Пскове. Псковское яблоко проводит в этом году свою очередную избирательную кампанию. В этой кампании есть особенность. Эта кампания отличается тем, что еще до начала выборов 2018 года Псковская Единая Россия верила, что все избирательные кампании в этом году она проиграет Псковскому яблоку. Это удивительно слышать, но тем не менее опыт 2017 года показал, что мы единственная политическая оппозиционная команда, которая здесь, в Псковской области, может выигрывать выборы у партии власти и забирать власть, возвращать ее народу. Мы сейчас ведем самые тяжелые за последние годы наши выборы. На этих выборах против нас действует не только Единая Россия сама по себе, действуют люди, специально обученные для срыва избирательных кампаний. Мы сейчас ведем избирательную кампанию не только во встречах с избирателями, мы ведем ее в судах. Мы отстаиваем права 5 кандидатов на должности глав районов, выдвинутых Псковским яблоком. Все эти кандидаты имеют шансы победить, и против всех этих кандидатов ведутся судебные процессы с целью недопуска их на выборы и отмены их регистрации. Одновременно с этим мы ведем судебные процессы против кандидатов от «Единой России», которые с грубейшими нарушениями закона выдвинуты и зарегистрированы. Мы требуем убрать их с выборов, потому что если закон применяется одинаково для всех, то в этой ситуации «Единая Россия» вообще не должна была появиться на выборах Псковской области тем способом, как она выдвигала своих кандидатов. Несмотря на все эти вещи, наши кандидаты каждый день ведут свои избирательные кампании, общаются с людьми. Мы не остановили ни одну избирательную кампанию, в том числе по тем кандидатам, по кому мы пока не смогли выиграть выборы в судах. Эти выборы проводятся, как и в прошлые годы, исключительно с вашей помощью. Без ваших ежедневных денежных поступлений избирательные фонды наших кандидатов не могли бы выдержать ту колоссальную финансовую нагрузку, которую они сейчас несут. Я обращаюсь к вам со словами благодарности и с призывом. Спасибо сотням людей, которые, несмотря ни на что, верят в команду Псковского яблока и поддерживают наших кандидатов. Отдельное спасибо всем тем, кто делает нам регулярные пожертвования, что бы с нами ни происходило. И совсем отдельное спасибо тем, кто увеличил свои пожертвования, увидев тот беспредел, который сейчас происходит в Псковской области. Потому что без судебных процессов мы тратили бы выборы только на избирательные кампании, а теперь мы тратим деньги и на выборы, и на суды. Мы призываем вас рассказать вашим друзьям, вашим знакомым, всем тем добрым людям, кого вы знаете, о борьбе Псковского яблока. Это не просто борьба за конкретных кандидатов на муниципальных и областных выборах Псковской области. Это борьба за права каждого избирателя, который сегодня живет в России. Это борьба за право людей на выборах определять, кто будет властью. Это борьба за право людей считать себя властью в нашей стране. Это на самом деле самое главное дело, которым сейчас может заниматься любая политическая команда в нашей стране. Я хочу еще раз призвать всех наших друзей, так же, как и наша команда, не опускать руки и не отчаиваться. Мы очень хорошо понимали, что нам предстоят тяжелые выборы. Эти тяжелые выборы пришли. Мы идем дальше. Мы доказываем всем нашим избирателям, всем нашим сторонникам, что мы команда, которая не сдается. Я надеюсь, что в этом году у нас тоже будут победы на выборах. Я надеюсь, что все вы, кто финансируете команду Псковского яблока, не разочаруетесь в том, что вы делаете. Потому что сейчас, сегодняшняя борьба, все наши усилия по защите наших кандидатов и по защите прав наших избирателей – это залог наших будущих побед. Спасибо.